Привет, моделисты и моделистки. AK Crazy Russian, город Цинциннати, славного штата Огайо. Два дня, второй день сегодня, воскресенье, я на Dayton Train Show. От дома где-то час, я имею два стола, без Роба, сам по себе. Роб на каком-то шоу на макете помогает, наверное, я узнаю точно. На этом макете нужно час, за что купил, за то и продаю. Час, чтобы ашнолевский макет, чтобы крутануть, я так понимаю, поезд вокруг. В общем, он мне послал какое-то видео, не очень качественное. Я его попросил сделать побольше. Надеюсь, что он сделает. Так, ребята, много новостей. Название видео — это новинки, но, скорее всего, от Пико. Но я бы сказал, Пико наступает на Америку, или как правильно по-русски сказать, захватывает Америку. Но они уже давно захватили с G-Scale Pico. Но сейчас очень интересные моменты есть на H0, в H0. Так, имидж. Мой сосед на Dayton Train Show, я постараюсь сделать еще фотографии со своего маленького booth, как здесь называют. Ну, типа, вообще-то это типа барахолки, конечно же. Но хорошая барахолка. В другом здании там макеты. Приличная еда, в общем, тепло, нормально. Значит, что случилось? Мой сосед по этому шоу, ну, такой мужчина с женой, оказался дилером Pico, но G-Scale. То есть не очень он такой пропеллер в DCC, я его начал пытать, а потом он принес такой флайер, где вот написано, нарисован вот этот локомотив, и я просто ошалел, начал искать информацию. Сегодня утром я нашел еще больше информации, посмотрел два видео одного обзорщика очень популярного американского и самого Pico. Pico America, ребят, еще вот. Посмотрите сверху, да, Pico America. Сейчас мы пойдем на веб-сайт быстренько, коротенечко. В общем, я думаю, что я правильно сделал, что не подписался под них, под их дилерство. Они ничего не требуют. Не требуют магазина, не требуют каких-то мощных затрат. Но, может быть, это поменяется когда-то. Поменялось у Athern совсем. Отдельная тема. Я хочу попросить этого, ну, это не наш дедушка с внучком, это, ну, американский дедушка, закупиться одним набором вот этого. Сейчас я все покажу со звучком. Это будет тогда мой подарок на Крисмас. Ну, относительно дорогой все-таки, ну, два вагона, но там очень много классных вещей. Так, сейчас мы перейдем на другой захват Windows. И посмотрим вообще про новинки Pico все. Так, перейдем вот сюда с мышкой. Окей. Значит, что есть? Pico America, повторюсь еще раз. Как выглядит отлично здесь. Да, все супер. На первой страничке, когда она... Они хорошие, они поменяли что-то в веб-сайт. Это очень классно. Если поставить Home, там будет прокручиваться фотографии с молодняком каким-то. Я не хочу, чтобы YouTube мне здесь устраивал какие-то заморочки. Просто идем на продукт. Если вы нажмете, попадете в разные эти здесь, да, G-Scale. В общем, три новинки я хочу осветить сейчас. Первый вот этот спринтер H0, локомотивы. Та-дам! Второй обзор здесь, а третий вам как вишенка на торте. Для меня, по крайней мере, я просто обалдел. Я не знаю, кто до сих пор делает декодеры. Если вы знаете, ребят, кто для них вообще делает всю электронику, то ли они сами. Я теряюсь теперь в догадках. Этот американский наш, мой новый друг, дедушка, ничего мне не рассказал. Он с женой. Кстати, всем моделисткам огромный привет. Поддерживайте своих мужей и сами занимаетесь хобби. Это прекрасно. В общем, они там два бойца такие классные. Продавали эти здоровенные коробки. Но ничего, там много, я не думаю, они не продали, потому что G-Scale это такая вещь очень специфическая. А у меня в начале всегда такой небольшой стресс. Я где-то часа 4 не разгибаюсь. Люди приходят, просто очередь стоит. Я все продаю, и практически для меня
На следующий день просто фан. Ну что, значит, делается 5 вариантов. Один просто без декодера звукового, два разных с двумя разными номерами. Потому что один едет, я так понимаю, идет в одну сторону, другой идет в другую сторону, в Сан-Диего. Это линия где-то в Сан-Диего. А это для Марклина. Вот так, не очень любимым на Святой Руси. Хотя Марклин здесь очень популярен был. Ну и так, не так сошел совсем на нет. То есть, ну, Пико даже не американскую вещь сделать на Марклин. Это что-то. Наверное, делали хороший research, узнавали про что-то, маркетинг. Ну, посмотрим. Если все зайдет, и я не буду расстроен, как я был расстроен от старого Пико, ну, не как старого, десятилетней давности Пико, что-то в этом духе, да, я, может быть, и под дилерство подпишусь. Ну, вот, давайте откроем вот этот. Я на данный момент возьму один пока. Выглядит он вот так. Можно выключить... И что у нас здесь будет? Вот картинка такая. И у меня есть еще флаер от этого американского дедушки. Вообще ставит их четыре вагона, два в консисте, в сплотке. И вот так вот они гоняют в Сан-Диего. Буду в Сан-Диего, вдруг корешу поеду, обязательно прокачусь прям специально. Так, далее. Сцепки, KD, они уже отпустили патент, да, можно кому угодно делать. Если при ближайшем рассмотрении, мне кажется, это все-таки металл. У KD оригинальных, у них три или четыре разных варианта, точнее, по-моему, четыре все-таки, по длине вот этого ласточкиного хвоста. Ну, здесь они сделали один пока. Ну, выглядит неплохо. Окей? И вишенка на торте, ребят, на торте я просто ошалел. Я люблю Торус, австрийский Торус. Электрик, да? У меня их несколько штук. Один с камерой, один Rail, Nightjet. В общем, что они сделали? Они сделали вот такую штуку. Упс. G-Scale, это непонятные картинки, но ничего. Starter sets, локомотивы. И это у нас Electric. Смотрите сюда. Ну, цена, я надеюсь, что не будет такая даже и от дедушки американца. А если уж мне супер понравится новый вот этот вот спринтер, я, может быть, подпишусь на дилерство Пико, если они такими темпами пойдут. Потому что все относительно дешевое. Система стартового набора, она на уровне... Не wireless, она на проводе, но она относительно дешевая. То есть, и отдельное видео я сделаю про новую систему, на что на данный момент, что я вижу. То же, что есть, еще есть, давайте отсюда зайдем. Есть еще две. Это локомотив, если я прикуплю со звучком, там еще какие-то дополнительные денежки. И еще есть два вагона. Я не знаю насчет вагонов. Но они такие немножко ужатые, но тем не менее. Это очень круто. И другой есть. Второй класс. Да, второй класс. Первый класс. Второй класс. Ну что, Пико Америка. Флаг вам в руки. Захватывайте Америку. Ну, они отлично, конечно, себя чувствуют с этим G-Scale. Вообще, эти passenger cars, они здесь очень популярны. Кстати, отдать должное, Пико сделано в Германии, не сделано где-то в чайной, написано, что типа собрано из каких-то. Нет, делается такое впечатление, все в Германии, на заводке у них. Ребят, ну знаете лучше меня, где это самое, Palace Contact, где они живут, где они располагаются. А, это Пико Америка, never mind. Вот. Но здесь тоже мощный офис, короче говоря. Но настоящий Пико, да, Пико, современное, они в Германии. Давайте здесь посмотрим, чтобы город. Так, Пико, веб-шоп, Пико. Так, я уже поплыл в немецком своем, своей.
Ой-ой-ой, home, нет. Нет, давайте не будем это здесь заниматься. В общем, посмотрите, где пик, напишите адрес в Германии. Вам задание, ребят. Ну что, на сегодня кратенечко все. Strange Show я сделаю еще побольше видосиков. Я нашел соседей мои с другой стороны, очень интересная компания. Делают светодиоды. Вернее, не светодиоды, на оптических вот этих на оптических вещах, пластмассках таких, да, как правильно, путеводах. Интересная вещь. Обязательно сделаю коротенький видос. Ну все, на сегодня все. Патреончик слева, PayPal справа. Можно еще оформить подписочку membership на основной канал. Увидимся скоро на стриме. Давай.